Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот небольшая распаковка. Давайте посмотрим, что это. Это из магазина AliExpress. Видео, я думаю, будет коротеньким. Давайте распакуем, и я расскажу, что это и зачем это. Итак, о-ринги, или о-ринги, не знаю, как более правильно. Давайте посмотрим, нужны они для фонариков, то есть их применяют в фонариках и применяют в оборудовании, в дайверском оборудовании, в машинах кое-где есть. То есть уплотнительные кольца на резьбу одеваются в некоторых местах, где предназначено для этого места. Вот, для того, чтобы было уплотнение и не попадала пыль, и не попадала влага и вода. Вот такие о-ринги в дайверском оборудовании используются. Покупали мы для моего друга. Вот 3 штуки он сразу заказал. Он занимается дайвингом. Здесь вот справа будет ссылочка на канал. Фотографию, может, добавлю. То есть про дайвинг канал называется. Вот, там сейчас немного приостановили, видео не выходят, но очень скоро будет очень много видео, новых материалов, выложили пока старые материалы, очень просто много роликов для расслабляющих, под музычку, подводный мир поизучать, можно посмотреть, ну и плюс там проводим уроки, материалы вот именно для дайверов, для того, кому это интересно, вот, можете подписаться. Ну, а дальше давайте посмотрим на о-ринги, то есть по табличке вот здесь вот такая вот бумажечка, на ней нанесены какого размера кольца. Вот, от самых маленьких 20 штук, 20, 20, 20, 20, по самых маленьких, потом по 5 штучек побольше размера, и вот такие вот толстенькие, по, такие вот среднего размера, но такие более толстые, вот я смотрю, вот, тоже по 5 штучек. Итого, то есть смотрим, вот так это выглядит, вот маленькие, их должно быть по 20, пересчитывать я не стану, потому что долго это время займет. Вот мы потом проверим. Вот 5 штучек вот таких вот больших о-рингов. Давайте на них посмотрим. Вот. Резина без заусенок, все хорошо. То есть обычные резинки. То есть не знаю даже, что тут можно по ним посмотреть еще. Вот такие. Давайте маленьких достанем. Маленьких, самых маленьких достанем пару штучек. Они даже не достаются. Вот такие вот самые маленькие. Не знаю, куда их можно применить. Но человек, который покупает их, я думаю, такой набор, думаю, знает, куда их можно применить. Давайте вот с этого стороны посмотрим еще. Вот такие вот. В общем, вот так это выглядит. Вот такой вот набор. Спереди, сзади, вот в такой пленочке они закрыты, это я уже распаковал один. Сделал паузу и посмотрел, стоят они, стоили, когда я покупал, $3.19 за одну коробку, то есть мы взяли 3 коробки. Вот, на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!